Снова голубая, снова на подумать. Любую выбирайте. Голубую. Вот такую? Да. Или такую? Вот такую. Ну, вот такую, вот такую, да. Ну, например, вот эту, да. Опять на подумать. Вы не заставляете думать все время. Ну, вы же генеральный. Я понимаю, да. Вы завидуете своим более богатым друзьям? Никогда. Нет более богатых? Или нет, есть более богатые друзья. А потом, что значит богатство? Деньги? Или, думаю, что имеется в виду, метражом материальных. Площадь марок автомобилей. Mm-hmm. Нет, я очень богатый человек. У меня трое детей. У меня 2,5 внука. У вас здание огромное на Цветном. Ну, все это, да, это не мое личное, но тем не менее. Mm-hmm. Вот, поэтому, а потом, знаете, кто-то из олигархов, я не помню, кто я, который сильно горел на Кипре с этими вот планами банковскими. Ага. Его спросили, ну, там потеряли на количество десятков миллионов, не рублей, понятно. Вот вы переживаете от этого? И он сказал, там человек, ну, брат, мне понравился. Он сказал, спасибо, что взял деньгами. Да, есть такое дело. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».